Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем нашу карьеру за миланский «Интер». Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на Ютубе, буду рад всех там увидеть. Ну что же, немножко видоизменяем наши карьеры на канале, теперь у нас не по 4 будет матча, а мы в принципе отыгрываем один месяц. Если в месяце будет мало матчей, то может быть и 2 мы захватим в этом. У нас больше даже, чем 4 матча, целых 5. Ну, так пока что у нас и складывается, поэтому мы все карьеры под одну дату подгоняем. То есть сейчас у нас проходит пока что, так сказать, неделя, ну, я не знаю, там, 2 недели будет вот ноябрьских игр во всех наших карьерах, которые выходят на канале. Поэтому сегодня у нас вот такие матчи. Домашняя игра в Лиге Чемпионов против Шахтера, выездная против Эмполи, домашняя против Болони, выездная против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов и выездная против Джену. Поэтому матчи вроде как есть у нас интересные, но сейчас играем против Шахтера. У нас 9 очков из 9. Первый круг замечательно, без поражений, даже без ничейных результатов. Все победы у нас за первый круг группового этапа Лиги Чемпионов. Давайте пойдем на пресс-конференцию. Итак, в прошлый раз вы показали, что Интер вам не соперник, конечно. Вот опять вот эти косяки какие-то в конференциях. 5-1 мы обыграли Шахтер. Интер снова победит. Победитель всегда останется победителем. Вы только что провели тяжелый матч против клуба Салернитана. И теперь вас ждет игра с клубом Шахтер Донецк. Так, ну, изменения возможны. Ответим так. Ну и мы в прекрасной форме, и не сомневаюсь, что и дальше также продолжим. Так, что у нас еще раз, памяти вообще нету по расписанию. Давайте мы первым сыграем против Шахтера, ну и уже вторым против Эмполи в серии А. Поэтому он у нас вроде как больше-то и готов первый состав сыграть сегодня. Поэтому все у них по составу что? Ну вот Коноплянка, Марлос, Измаили, Пятов на воротах, ТТ, Цапненько играет. Ну, посмотрим. Интер, Шахтер, поехали. Ну что же, Сан-Сиро, Джузеппе Миаци, кому как угодно, Интер принимает Шахтер. Я там не увидел по перформансу от болельщиков Интера. Дзанетти вроде это был, если я не ошибаюсь. Вот это перформанс уже... Нет, вот, ну вроде как Хавьер Дзанетти. Здесь правильно и имя, и игрока назвал. Поэтому посмотрим, что у нас в принципе сегодня получится сыграть. Как против Шахтера, 5-1 на выезде мы их обыграли. Надо и дома тоже постараться полную охапку им накидать. Доминико Берарди. И Эриксен. Ну это просто филигранный удар. Парашютиком таким, мне кажется, он даже в самую девятку этот мяч просто перебросил через пятого. Но в итоге Эриксен открывает счет у нас сегодня. Хоть и в реальной жизни запретили ему играть. Вроде как только в итальянском чемпионате. Вот не знаю, что будет дальше с карьерой Эриксена. Но вот у нас он пока что феерит. Забивает ворота Шахтера. Свой первый гол в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Замечательно. И Чалханоглу хлестенько, но через Лаутаро Мартинеза, тот на Джека. И Джека можно, можно здесь на скорости как-то пытаться. Выход 1 на 1 практически. И забивает. 2-0. Просто. Не, только вот буквально секунду назад Шахтер был в атаке. И вот так вот быстро вот, отоборонялся Интер. Одна, две, три передачи, и все, они уже в штрафной площади Шахтера. И Джека забивает. Отличный удар, хороший гол. Ну и 2-0. Ну что ж, давайте подачу попробуем на Джека. А, так это даже шкринер был. Ну замечательно, я не знаю, там автогол сейчас был или что. 26-я минута, забивает шкринер. Неплохо, аргентинцы проходят, здесь сразу, мне кажется, можно забивать, увеличивать свое преимущество, так и делает наш нападающий. 48-я минута, счет 4-0. В итоге Лаутаро отдает уже на Джека и Эдин Джека. Хороший удар, переложил с нерабочей на рабочую ногу и забил. Так, Берарди, неплохо, Джека на Лаутаро Мартинеса,
И снова выход один в один практически. Лаутаро перебрасывает и забивает. Снова вот этот парашютик. Я сейчас не знаю, на Лаутаро ли запишет, либо там Марлон как-то так в свои ворота дозабивал. Так, Лаутаро через Джека. Здесь Марлон, а вот здесь вот Лаутаро Мартинес дает на Эдина Джека. Тот с левой ноги забивает, если не ошибаюсь, но это хэт-трик. Это хэт-трик Эдина Джека, 7-0. Интер куражится как может сегодня. Ой-ой-ой, ну это пенальти еще взяли на последней минуте. Сфалил Деврай, как угодно. Марло сейчас подходит бить. 7-0 счет для Ханданы, чем могла быть разгромная сухая игра. В итоге так оно и осталось. Ханданович герой вот этого удара сейчас парировал, и все. Ни одного мяча так и не пропустил Интер дома против Шахтера. Замечательная, крупная, разгромнейшая победа. Еще и в сухую. И Джека за 4 удара забил 3 мяча. Так, ну что же у нас по статистике. Мы наиграли на, кстати, 5 мячей. Шахтер на 2. Вот, но это, скорее всего, из-за пенальти XG у них подскочило. Но у нас практически была очень хорошая реализация. Точность ударов, кстати, 64%. Вот, но хреново сыграла защита Шахтера и, скорее всего, Пятов. Ну и лучшим игроком признан Мартинес. У него гол плюс 4 голевые передачи, хоть и Джека получил, естественно, за свой хэт-трик мяч. Вот, у него 3 гола плюс 1 голевая передача. То есть Мартинес по принципу больше даже результативных действий сделал. Эриксен забил 1 гол и оценка 8-9, вообще замечательно. Ну и, кстати, у нас весь сегодня состав, мы играли без замен, получили оценку выше 7-ки. Замечательно, там Берарди ниже всех с оценкой 7-1. Так, сборная Греции предлагает нам стать главным тренером их сборной, мы отклоняем. Так, ну игроки отправляются у нас в сборной: Деврей в Голландию, Корея в Аргентину, Бастони, Барелла, Сенси в Италию и Эриксона вызывают в сборную Дании. У нас сейчас игра против Эмполи, они идут, я так понимаю, на последней строчке, 20 же всего вроде мест в серии А, поэтому играем, естественно, вторым составом. У нас лидерство в 4 очка над Ромой и отставание в 6 очков до Ювентуса. Ну что же, выходим вторым составом, Эмполи, Интер, поехали. Итак, Хоакин Корея, 9 забитых мячей, он сейчас лучший бомбардир в серии А. Я уже как бы говорил, не знаю в каких роликах, по поводу того, что у нас все карьеры, которые мы начали за команды, это ПСЖ, Боруссия Дортмунд, Интер, Реал Мадрид и Челси, мы проведем по одному сезону, поэтому, но если вы продолжали карьеру за Интер, мне кажется, я бы выкупил Корею, который сейчас у нас в аренде из Лацио вроде. Поэтому я бы его выкупил. Мне нравится, интересный этот нападающий. Тем более Джека у нас возрастной, тем более там Лаутаро Мартинеса, наверное, надо будет продавать куда-то. Потому что интерес возникает от топовых команд, и Корея сейчас мог забивать. Пошла подача, Дамфрис вроде как неплохо отыграл, все равно все пролетают, ой-ой-ой-ой-ой, какой голешник. И забивает, кстати, вот этот Зурковский, который желтую получил на первых минутах, но что делать сейчас в этом моменте Стракоша, я не понимаю. Смотрим, ну понятно, что там на рикошете на таком, но смотрим. Прием. Скидка и за пределов штрафной. Там вроде в Дамфриса мяч вот попал. Да, так и есть. Но все равно обидно от 20 места пропускать, хоть мы идем сейчас на втором. Камара, супер. Санчес на Корею, но здесь должен, вот этот форвард должен забивать и сравнивать счет. Отлично, 1-1, 61 минута. Корея делает счет 1-1. Хендерсон. Опасный какой момент, и Эмполи забивает второй мяч. Здесь уже Кутроны. И пропускает еще. Вот я не понимаю, почему играет у нас так, в принципе, атака. Я сейчас буду, не знаю, основу не основу выпускать, но некоторых игроков. Потому что многие меня абсолютно расстраивают. Ну и ужасно лично для меня играет Стракоша. То есть пока что это провал. И Барелла.
забивает, делает счет 3-2, но 90-я минута. Сейчас вряд ли арбитр добавит 3-5 минут. Сейчас опять будет какая-нибудь одна добавленная минута, и мы ничего не успеем. Ну так и есть, одну минуту. Но вот какую одну минуту арбитр может добавить при счете 3-2? В итоге поражение. Мы проиграли вроде Венеции, Ювентусу, вот теперь еще и Эмполи. Вообще шикарно. Что у нас по статистике? Эмполи наиграли на 3 мяча, если так сказать. Мы на 6. И где наши 6 мячей? Я не понимаю. Почему-то у нас каждый удар залетал. Старкоша ужасно отыграл. Сейчас худшую оценку там, наверное, получит. В итоге у нас лучший игрок это Каре, у него гол плюс пас, Санчес отдал голевую передачу, Барелла забил один гол. Ну и где наш виновник торжества? 5-3 у Стракоши, 7 ударов, 4 в створ, 2 сделал сейва, причем один даже в створ не летел, но 3 пропущенных мяча. Ну что же, у нас сейчас игра против Болоньи, мы занимаем второе место, отстаем теперь на 8 очков до Ювентуса, которые идут на первом месте. Вот, лидерство у нас, правда, сейчас минимальное в любом случае, потому что там Болонья вот на четвертом месте идет. Но сейчас нам надо играть. Но я в любом случае выпущу снова второй состав, скорее всего, только с Хандановичем на ворота, чтобы Стракоша вот немножечко как-то отдохнул, может, переосмыслил. Итак, начало сезона для вас было не самым удачным, и теперь борьба за титул может оказаться непростой. Но мы, конечно, будем стараться исправлять ситуацию. Битва титанов, кто победит, пройдем матч и увидим, ответим так. По сравнению с клубом Интер, Болонья кажется слабой командой. Нам нужно действовать более собрано. Вот так вот ответим. Ну что же, все так же выходим вторым составом. Теперь только с Хандановичем на воротах. Я думаю, что это именно из-за Стракоши была проблема. Интер против Болоньи, поехали. Итак, Интер против Болоньи, вторая строчка против четвертой. Ну, можно сказать, что на третьей они идут, потому что у Аталанты на один матч сыгран больше. Но вот посмотрим, как сегодня мы отыграем после поражения от Эмполи 3-2. Санчес неплохо, отдает передачу на Сенси. Тот в штрафной. Передача на Санчеса, и Санчес открывает счет. Вот так вот, пятая минута. Интер заряжен сегодня на победу. Им нужно оправдать ожидания болельщиков. Хорошая передача на Хоакина Каррео. Каррео делает счет 2-0 и забивает свой 11-й гол в серии А. И выходит на первое место, обгоняя Пауло Дибалу. Ну и пропускаем в любом случае вторым составом, вне зависимости, скорее всего, от Хандановича или Стракош. Но мы посмотрим по итогу матча. Забивает нам Домингес. Посмотрим на оценку Хандановича. Все-таки команда посильнее Болоньи, нежели чем Эмполи. Каре на Санчеса. И Алексис делает счет 3-1. Замечательно. Замечательно, Интер дожимает Болонью и все-таки забивает еще один мяч для уверенности. Ну что же, финальный свисток со счетом 3-1. Интер обыгрывает Болонью, тоже нервишки пощекотал Интер, пропустив мяч вот этот единственный от Болоньи. Ну что же, на 3 мяча наиграли, 3 забили, но от Болоньи на 2, кстати, наигрывала. То есть сейчас мне интересно посмотреть, какая оценка у Хандановича. В принципе, там спасения у него были. И получать оценку он заслуженную, 7,3, кстати. Поэтому неплохо он тоже отыграл. Санчес, хоть и забил 2 мяча, игроком матчев, в любом случае стал Хоакин Каррео. У него гол плюс пас, по голевой также делал Сенси и Валентина Лазара. Ну что ж, сейчас у нас выездная игра против мадридского Реала. Первая строчка играет против второй. И, в принципе, у Реала есть еще шансы. Если мы проиграем вот сейчас мадридскому Реалу и в шестом туре стал Милису этому, то и если Реал выиграет 2 матча из 2, а ему надо будет обыгрывать, получается, нас и Шахтер, то тогда и Реал еще может выйти с первого места. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, пресс-конференция. Итак, сможете снова одолеть мадридский Реал. Они могут учиться действительно на своих ошибках. Скажем так, в прошлом матче вы держали уверенную победу. Ну, уверенная, хотя и пропустили от Болоньи. Статистика тут ни при чем, ответим так. В
последнее время мы находимся в прекрасной форме. Конечно, проигрываем Эмполи. Вот это вот прекрасная форма. Ну что же, у нас выездная игра. Реал против Интера. Давайте переходить к ней. Ну что же, состав на ваших экранах. Поехали. Ну что же, Сантьяго Бернабео, Реал принимает Интер. Это у нас пятый тур Лиги Чемпионов. Сейчас, если Интер обыгрывает мадридский Реал, либо играет с ними в ничью, то уже точно Интер выйдет из этой группы с первого места. Потому что у Реала тоже какие-то потери очков произошли. Во-первых, ну они проиграли Интеру. Но еще у них всего лишь 7 очков после 4 туров. Первый оказался на мяче. Берарди на Лаутаро Мартинеса. Отлично здесь проходит аргентинец. Еще и передача на Кристиана Эриксена. Эриксен делает чудо и забивает второй гол свой в Лиге Чемпионов. Снова он открывает уже второй матч в Лиге Чемпионов подряд своим голом. Счет. Супер. Так, Эден Азар. И Бензема. Ух, как здесь пролетает. И это 1-1. Но здесь уже другого варианта не было. Я решил сразу выйти Хандановичем, но Бензема сразу же первым касанием практически перебросил нашего вратаря. И счет 1-1. И на Лаутаро Мартинеса. И нет, не забил. Здесь Берарди тоже вряд ли забьет, поэтому лучше отпасовать. И Эдин Джека может, да. Эдин Джека снова вроде он забивает. Да, он уже хэт-трик забил ворота Шахтера. И сейчас забивает и вводит вперед. Барелла через Джека. Джека разворачивает здесь Давида Алабу. И Эдин Джека. Будет ли еще один гол? Да. Джека увеличивает преимущество Интера. Сейчас 3-1 в итоге. Хотя концовка казалась, ну все, ничья. Но нет. Двушку забивает Интер в конце. И шикарно. И с хорошим настроением вернется в Италию. И все, финальный свисток, уверенная выездная победа. Снова мы обыгрываем мадридский Реал. И это значит, что мы выйдем в плей-офф с первого места. Там полегче нам, я надеюсь, соперник попадет со второго места. Ну и сейчас на статистику посмотрим. Реал наиграл на свой единственный гол. Мы наиграли на целых 5, но там хорошая игра Тибо Куртуа была в сегодняшнем матче. Ну и лучшим игроком признан Эдин Джека, у него 2 забитых мяча. У Кристиана Эриксена тоже оценка 10-0, но он забил один мяч. Барелла отдал 2 голевые передачи, и Лаутаро Мартинес тоже вот с одной голевой передачей. Этот матч провалил Деврай, Шкринер и Гинтер, то есть все наши 3 центральных защитника. Ну что же, сейчас у нас лидерство в 4 очка на третьем месте, отставание в 9 очков до Ювентуса, то есть нам надо желательно 3 победы одерживать, и чтобы проиграл Ювентус в этих 3 матчах. Ну вот как-то так. Давайте мы сыграем вторым составом. Не знаю, рисковать не рисковать, чтобы Стракошу упускать, но попробуем. Все-таки как бы он и матч уже один пропустил. Ну и надеюсь, у нас получится. Дженуа, Интер, поехали. Итак, мы приехали к Дженуа вторым составом со Стракошей на воротах, поэтому посмотрим, что выйдет сегодня из этого матча. Мы понимаем, что второй состав, значит, у нас слабенький, особенно вратарская линия, хотя вроде как рейтинг-то неплохой, но вот где-то уверенности ему какой-то вот не хватает. Лазара на Хоакина Корея, и Хоакин Корея 1-0, отлично получилось. Главное, чтобы и атака у нас хорошо играла. Так, Дамфрис неплохо со Стракошей отыграл, вот такие надо еще и моменты давать, чтобы распасовка на такие моменты. Но вот здесь это уже моя ошибка. Выбегал за Стракошу, но не посмотрел, что бежит еще рядом игрок Дженуа. В итоге 1-1. Сам виноват. Так что на Стракошу. Ну, понятно, что ему оценку, скорее всего, понизят. Но понимаю, что в этом голе именно виноват я. Камара. Санчес. Через Корео. Ух, как замечательно. Ну, сейчас-то надо было, естественно, забивать. Интер выходит вперед, наконец-то. Получается забить. Может быть, на хэт-трик сразу? И это хэт-трик. Хэт-трик Хоакина Корея за 38 минуты оформляет ворота Дженуа. Ну, здесь, мне кажется, мы должны забирать победу. Видаль. Почти. И еще и Корея 4-й мяч забил. Вот так, да. Неожиданно сейчас бил вообще за Видаля. В итоге
покер, хоки на каре. Но и не получилось здесь. Очень хорошо накрыли. Ой, ну это пенальти. Это пенальти стопроцентная. Желтую карточку получает Начо. Ну и каре, наверное, будет бить. У кого, в принципе, ну сам заработал. Вот хоть у него и пенальти 57, но счет позволяет. Поэтому давайте попробуем. Отлично. 5 мячей за матч от Хоакина каре. И все, финальный свисток. Разгромная победа 5-1. Интер разгромил Дженуа на выезде. Все 5 мячей забил Хоакин каре. 11 ударов на это ему потребовалось. Но парень молодец. Так, что у нас по статистике? Мы наиграли аж на 9 мячей, но Дженуа все-таки на 1-то на свой наиграли. Ну и сейчас мне интересно, что все-таки со Стракошей будет. У него один вот пропущенный мяч. Ну, 5,8 оценку получает, поэтому ладно уж, можно сказать, шестерочку так округляем, потому что, ну, этот гол виноват я в нем был, но не суть. 5 забитых мячей у каре, голевой отдал Санчес, Сенси и Валентино Лазара. Так, у нас обновленный ежемесячный отчет скаута, давайте посмотрим. Так, Эспосито 91, отлично. Но остальных пока что вот убираем. Вот Кристиан Феррари и Пьетро Джордано. Подпишем этих парней. Ну и на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.